Так, это у нас рулевая рейка от машины Ford Sierra. По-моему, даже она левый руль. Это все тугое. Ни люфтов, ничего нету. Здесь у нас карданчик и резиновый демпфер. Тоже все тугое. Здесь у нас тоже люфта нету. И здесь нету люфта. Вот. Крепится она через вот такие два крепежных места. Вот одно, а вот второе кузову. И можно сделать самодельный вездеход. Это рулевая рейка простая, без гидроусилителя.